говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро «Первые новости города». В студии Екатерина Коломиец. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Недавно реконструированный сквер 60-летия СССР в районе проспекта Генерала Острякова увядает и рушится. Хвоя высаженных деревьев уже порыжела от недостатка влаги, а установленные скамейки развалили вандалы. Жители ЖСК «Тополёк-2» в районе улицы Генерала Мельника борются за проезд к собственным домам. Люди неожиданно узнали, что здесь, на окраине Севастополя, среди огородов решили построить Ледовый дворец. В музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея» прошла торжественная церемония приведения к присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА. Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева проголосовала за внесение поправок в Конституцию России. В понедельник, 29 июня, сенатор вместе с дочерью и внуком пришла на избирательный участок, чтобы поддержать предлагаемые изменения в основном законе России. Сегодня очень важный день. Я пришла голосовать не одна, со мной вместе дочка, внук. Мы договорились о том, что мы будем это делать вместе, потому что вот нам очень хотелось выразить свое отношение. Это совершенно искренне. И у меня, и у моих членов семьи по поддержке тех поправок, которые внесены в Конституцию. Я практически уверена, что россияне поддержат поправки в Конституцию. Я считаю, это очень важно. Сенатор обратила внимание всех севастопольцев на важность всенародного плебисцита по поправкам в Конституцию. Я уже говорила о том, что социальный блок поправок, он обеспечивает будущее россиян. Я говорила уже о том, что защита нашей истории, семейных ценностей – это те важнейшие реперные точки, на которых стоит наша нация. Поэтому, мне кажется, это так очевидно. За Конституцию нужно проголосовать, потому что это наше будущее. На избирательных участках нашего города соблюдены меры санитарной защиты. При входе специалисты выдают средства индивидуальной защиты и измеряют температуру. Мы видим, что все меры соблюдены. Измерение температуры, антисептик, выдача маски. Все необходимое для того, чтобы человек себя чувствовал совершенно уверенно. Но если кто-то по состоянию здоровья не может прийти, он всегда может пригласить к себе домой тех, кто к нему придут специально с избирательного участка, и он может выразить свою точку зрения. И, конечно, безусловно, мне кажется, этим нужно воспользоваться, потому что мы очень часто чем-то недовольны и критикуем. Но для того, чтобы мы были уверены, что мы сами строим будущее, для этого нужно сделать какие-то шаги. В Севастополе продолжается голосование по поправкам в Конституцию России. В этом году для удобства горожан были организованы мобильные избирательные участки, которые работают во дворах жилых домов. Каждый мобильный участок оснащен кабинкой для соблюдения тайны голосования и переносными урнами для бюллетеней. Любой желающий, прикрепленный, да, может проголосовать. У нас есть с собой предварительные списки, мы можем сверить, зарегистрирован ли действительно человек у нас, хотя мы свои границы участка уже великолепно знаем. Как и на стационарных участках, каждому участнику голосования выдают индивидуальные пакеты со средствами защиты, антисептическими салфетками и ручками. После голосования по поправкам каждый севастополец имеет возможность оценить действия городской власти в специальной анкете и поучаствовать в викторине на знание истории города-героя. По словам членов избирательной комиссии, граждане довольно активно пользуются возможностью проголосовать вблизи своего дома. Люди уже знают, что мы где-то на районе есть, в общем-то, сообщают своим соседям, знакомым. В общем-то, достаточно удобно в том плане, что во дворе вышел, проголосовал, многие очень довольны, особенно пожилые люди. Потому что здесь они увидели нас сами из окошка, например, и вышли. Мне было очень удобно. Да, чтобы не ходить никуда, ни в очереди не стоять. Мне удобно. Около дома все хорошо. Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. Выразить свою гражданскую позицию севастопольцы могут до 1 июля включительно.
Сенатор Екатерина Алтабаева поздравила ветеранов партизанского движения. 29 июня в России отмечается памятная дата, посвященная подпольщикам и бойцам партизанских отрядов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков и их пособников. В этот памятный для всей страны день Екатерина Алтабаева поздравила Феодосию Петровну Юхненко, ветерану партизанского движения Крыма. В 1943 году она вступила в Южный партизанский отряд, который развернул свою деятельность в районе Айпетринской Ейлы. Благодарностью за все, что вы сделали в жизни для, прежде всего, спасибо всех людей, которые рядышком с вами живут, и для нашего государства родного, за заслуги. Большое вам спасибо, да, что вы пришли. Дай Бог вам здоровья. А в этом году Феодосия Петровна Юхненко отметила свой 95-й день рождения. Екатерина Алтабаева отметила, что такие люди, как Феодосия Петровна Юхненко, служат примером для нынешней молодежи. Сенатор пожелала партизанке крепкого здоровья и семейной поддержки. Говоря ей слова благодарности, кланяясь низко в ноги, я, конечно, желаю прежде всего и Феодосии Петровне, и всем тем, кого мы сегодня поздравляем, крепчайшего здоровья, бодрости духа. Пусть они живут долго-долго, потому что они нам рассказывают правду о войне, которая вот в этом году мы 75 лет Победы отмечаем. И без них, конечно, невозможно себе представить День Победы. Поэтому всех с праздником! 29 июня в России отмечается День подпольщиков и партизан. В честь памятной даты ребята из детской морской флотилии посетили дом-музей Севастопольского подполья. Работники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника познакомили детей с историей партизанских отрядов, воевавших в окрестностях города во время Великой Отечественной войны, и показали, как жил и боролся герой Севастопольского подполья Василий Ревякин. Дом-музей Севастопольского подполья был открыт в 1967 году к 50-летию советской власти. Как больше 50 лет назад создавался музей и готовилась первая экспозиция, Лидия Викторовна Богданченко отлично помнит до сих пор. Для нее работа севастопольских партизан-подпольщиков – неотрывная часть истории семьи. Ее отец Виктор Богданченко был одним из членов известной подпольной группы Василия Ревякина. В последние дни обороны, за две недели до прихода в город советских войск, его арестовали и забрали прямо из дома, а впоследствии вместе с другими подпольщиками расстреляли во рву Юхариной балки. Сейчас-то можно найти памятный знак. Бабушка моя, отец ей ничего не говорил, она даже не знала, чем он занимается. Ну, на работу пошел, поздно приходит, прибегает, Кочегарова говорит, тоже член подполья: «Василиса, моих ночью арестовали уже в конце». А она говорит: «А за что?» Она даже не знала. Она говорит: «А что тебе Виктор не сказал?» Ну, спрашиваю у него, и не стала говорить. Экспонаты для музея Лидия Викторовна вместе с коллегами собирала у соседей и знакомых. В работе партизанского движения участвовали многие севастопольские семьи. Первая экспозиция разместилась под открытым небом на месте нынешнего выставочного зала. Тогда была обыкновенная придомовая территория. Рядом располагалась мемориальная часть. Именно здесь с женой жил Василий Ревякин, руководитель одной из самых крупных крымских подпольных групп. Здесь же был развернут штаб подпольной организации. Вскоре была создана подпольная типография. Она сохранилась до сих пор. Это, наверное, ключевой такой элемент нашей экспозиционной работы, нашей экскурсии. Но мы идем всегда от человека, от лиц, от судеб, от условий, в которых этим людям пришлось жить и трудиться, поскольку 22 месяца длилась немецко-румынская оккупация. И все это долгое время людям нужно было как-то жить, кормить свои семьи. И отрадно, что эти люди еще и нашли в себе силы и мужество противостоять врагу, вредить ему всячески, заниматься вот такой нелегкой подпольной работой. 29 июня дом-музей посетили ребята из детской морской флотилии. Так они решили отметить памятную дату – День подпольщиков и партизан. В 1941 году именно в этот день была издана директива Центрального комитета партии о развертывании по всей территории Советского Союза работы партизан. О важной дате и связанных с ней событиях многие ребята знали и до этого. У меня здесь есть портрет моей прапрабабушки Весекерской Евдокии Владимировной. Она была связной двух групп Терещенко и Ревякина.
помогала, доставала яды, чтобы травить немецких солдат, отравляла воду, делала поддельные документы, прятала в своем доме Терещенко. С 1 июля наряду с другими городскими учреждениями культуры Дом-музей Севастопольского подполья начинает работу в штатном режиме. По предварительной записи здесь можно посетить экскурсию и узнать о жизни и работе севастопольских партизан, сыгравших большую роль в защите Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. София Дроговоз, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. 28 июня на территории музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» в торжественной обстановке прошла церемония приведения к присяге новобранцев спортивной роты ЦСКА. 29 молодых атлетов, представляющих 15 видов спорта, влились в ряды российских защитников Отечества. Эти ребята, несмотря на юный возраст, успели достичь больших высот. Среди нынешних призывников – мастера спорта, в том числе один заслуженный и несколько международного класса – семеро кандидатов. Молодые спортсмены входят в состав сборной России по своим видам спорта. Теперь они пополнили ряды Центрального спортивного клуба армии. Нигде в мире нет такого спортивного клуба. Клуба по делам, по заслугам, по вкладу в отечественный и мировой спорт. Сегодня вас приветствуют прославленные армейские спортсмены. Равняйтесь на них, берите пример с них. Спортивные роты были возрождены в России 7 лет назад. Они помогают атлетам, достигшим высокого уровня подготовки, пройти службу таким образом, чтобы, не прерывая тренировок, обрести навыки военного дела. Отдать положенный долг Родине, при этом не теряя необходимой спортивной формы, наилучшая возможность для каждого из них. Сегодня вы приняли присягу в Севастополе. Вы будете участвовать в соревнованиях разного уровня. А мы будем, конечно, следить за вами, за вашими победами, за вашими успехами. Помните, ребята, что теперь вы все севастопольцы. А Севастополь – это патриотическая столица России, как сказал наш президент. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России. Мы будем честно и добросовестно выполнять свой воинский долг, чтить и беречь традиции Центрального спортивного клуба армии. Для нас большая честь проходить воинскую службу в спортивной роте города Севастополь. Церемонии приведения к присяге прибывших в расположение спортивной роты ЦСКА в Севастополе новобранцев предшествовал двухнедельный курс совершенствования начальной военной подготовки, во время которого атлеты изучили основы строевой, военно-политической, военно-медицинской и огневой подготовки. Я желаю, чтобы все победы в спорте, в жизни вы добывали для нашей великой Родины, для наших вооруженных сил, ну и непосредственно для любимого всеми города-героя Севастополь. Также в ходе церемонии были вручены ведомственные награды бывшим и действующим членам местного отделения ЦСКА, а юные воспитанники спортивной школы получили новые разряды. Завершающим аккордом стало голосование новобранцев по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Максим Давыдов, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. При Главном управлении культуры правительства Севастополя работает Общественный совет третьего созыва, состоящий из 11 специалистов в области культуры и искусства. Это совещательный орган, который вправе предлагать свое решение проблем, высказывать независимое мнение и давать рекомендации по разрешению насущных вопросов. Особенность вот именно этого созыва, третьего созыва Общественного совета, заключается в том, что все свои мероприятия, все свои заседания мы проводим после того, когда обязательно изучим эту или иную ситуацию, тот или иной вопрос, который мы выносим непосредственно уже на месте. Одна из главных задач Общественного совета – решение проблем, связанных с деятельностью сельских учреждений культуры. Когда мы первый раз поехали по клубам Балаклавской долины, а мы были во всех клубах, Байдарской долины,
северной стороны и так далее. Мы были, например, в шоке от того, что некоторые учреждения культуры, которые когда-то процветали, они просто оказались руинами, как будто после войны. Общественный совет следит за ходом ремонта эстрады Приморского бульвара. Сейчас она принадлежит Дому культуры села Андреевка. По мнению Анатолия Костынникова и членов совета, самую известную в Севастополе открытую концертную площадку необходимо вернуть в городское ведение. Надо сказать, что полностью закончены внутренние работы внутренних помещений. Закончен фасадный вид именно этого объекта. Надо сказать, что великолепно пока решен вопрос полового покрытия. Какие концерты планируют проводить на эстраде Приморского бульвара после реконструкции? Каковы меры государственной поддержки коллективов художественной самодеятельности? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Актуальное интервью» даст председатель Общественного совета Главного управления культуры правительства Севастополя Анатолий Костенников. Недавно реконструированный сквер 60-летия СССР в районе проспекта генерала Острякова увядает и рушится. Хвоя высаженных деревьев уже порыжела от недостатка влаги, а установленные скамейки развалили вандалы. А там, где еще зимой был обустроен газон, теперь вытоптанная земля. На первый взгляд, сквер с момента открытия не претерпел никаких изменений. Пришедшие отдохнуть люди занимаются на спортивных тренажерах, дети играют в открытом фонтане, велосипедисты и семьи прогуливаются по беговым дорожкам. Но уже при детальном изучении выясняется, у полюбившегося севастопольца места отдыха есть серьезные проблемы. Судя по усыхающим деревьям, цветам и траве, поливочная система не справляется со своей задачей. Летняя жара стала испытанием для высаженных хвойных пород и роз. Ветви и листва пожелтели, а бутоны цветов начали отмирать. По этой же причине в сквере часть земли буквально облысела. На таких участках лишь изредка можно заметить зеленые клочки газона. Идею с экотропами также нельзя назвать успешной. Зелени в углублениях так и не появилась. Сохранившиеся клумбы вытаптываются гражданами, вышедшими на прогулку с животными. Собачники предпочитают не выгуливать своих питомцев на выделенной для этого территории, а потому время от времени рядом с тропинками можно обнаружить продукты жизнедеятельности четвероногих. Парк открылся не так давно, однако здесь уже отчетливо видны результаты деятельности вандалов. У этих столиков должно быть по-хорошему 4 бортика. По факту здесь их 2, это только лишь потому, что один оставили неподалеку. Вандалы не только все уничтожают, но и приносят что-то свое, к сожалению, не всегда конструктивное. Так, например, здесь оставлена запись о том, что Павел не самый лучший человек на свете. И все это происходит под надзором камеры видеонаблюдения. Злоумышленников ничто не останавливает. Сидеть на этих столиках и вовсе небезопасно. Часть креплений значительно разболтана, из-за чего вся конструкция шатается даже при небольшом давлении. Лавочки тоже стали мишенью для недобросовестных граждан. Доски вырваны, а другие держатся на честном слове. На спортивной площадке и вовсе не хватает одного тренажера. В напоминание о нем остался лишь кусок опоры, торчащий из земли. Местные жители предполагают, причиной таких разрушений стала распивающая в парке алкогольные напитки молодежь. Ну, это же не проконтролировать, но есть камера видеонаблюдения. Я думаю, это все фиксируется, можно найти как бы преступников. Ну и, судя по всему, это не осталось. Видимо, да. Алкоголь, наверное, делает свое дело. Народ такой. Угу. Что сделаешь? Думайте. Каждой лавочке не бросаешь же милиционера. Угу. Ну, замечали, да, такое что? Да. Молодежь пиво напьется и творит. К сожалению, да, на детской площадке мы уже зимой только сделали, гуляли с детьми. Очень жалко, что молодежь наша не ценит того, что делается. Поломаны деревянные вот домики. Там у фонтана многие решетки уже расшатаны. Вот тренажеры прям с корнем. Редакция телеканала НТС направила в департамент городского хозяйства информационный запрос с просьбой объяснить, какие меры будут приняты правительством Севастополя для восстановления сквера и обеспечения сохранности его объектов. Кирилл Попов, Юрий Реутин, Севинформбюро. Сразу после выхода репортажа о плачевном состоянии объектов сквера 60-летия СССР и увядающих зеленых насаждениях с редакцией нашего телеканала оперативно связались представители Департамента городского хозяйства правительства Севастополя. Исполняющий обязанности директора Евгений Горлов сообщил, видеоматериалы, на которых зафиксированы действия вандалов, в ближайшее время передадут в правоохранительные органы. Ломать там шезлонги или ломать лавочки, для которых сидят наши старички, ну это, я считаю, кощунство. Вот в вашем сюжете отражено, что вот эти столики они используют для настольных игр. Соответственно, они специально там и для шахмат, или для шашек. Для этого и созданы. Это ни в коем случае не распивать спиртные напитки, либо сидеть ногами и разрушать, тем самым расшатывать. Это же не качели.
В скором времени сотрудники департамента приступят к восстановлению поврежденных лавочек и столов. Есть определенный период восстановления. То же самое заготовка деревяшек. Сейчас демонтаж лавочек будет производиться для того, чтобы укреплять. Там нужно будет бетонные конструкции подливать, поскольку анкера, которые фиксировали данные столики, данные лавочки, они, к сожалению, пришли в негодность. Те участки, где они были смонтированы, они уже непригодны для повторного эксплуатации. Что касается ситуации с погибающими растениями, Евгений Горлов заявил, департамент будет вести работу с подрядчиком для того, чтобы добиться выполнения гарантийных обязательств. В принципе, мы там более 6 тысяч растений высадили. Соответственно, есть определенный процент, порядка 10% неприживаемости. Существует такая ситуация. Наверное, будем это делать осенью, потому что сейчас в такой период очень жарко. Могут растения не прижиться, и, соответственно, это опять погибнет. Евгений Горлов также уточнил, департамент будет обращаться в правоохранительные органы с просьбой усилить патрулирование в районе сквера 60-летия СССР. Он также напомнил о необходимости соблюдения правил выгула животных и бережного отношения к инфраструктуре парка. Жители ЖСК «Тополёк-2» в районе улицы генерала Мельника борются за проезд к собственным домам. Люди неожиданно узнали, что здесь, на окраине Севастополя, среди огородов решили построить ледовый дворец. При этом забор, который должен огородить строительную площадку, планировали поставить вплотную к воротам индивидуальных участков севастопольцев. Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, местные жители встретились с представителями городской единой дирекции капитального строительства. О том, что скоро под их окнами вырастет новый ледовый дворец, жители ЖСК «Тополёк-2» узнали совершенно случайно. В минувшую субботу прямо под их воротами рабочие пробурили ямы для установки строительного забора. Встревоженные местные жители вышли к строителям, чтобы разобраться, что происходит. Ведь эта грунтовая дорога – единственный проезд к крайней левой линии кооператива. И если установить на ней забор, доступ жителям к их собственным домам будет практически закрыт. То есть подъезда не будет, вот конкретно в наши ворота, вот вдвое, подъезда нет вообще. То есть выгребные ямы, скоро, то есть дети, у нас несовершеннолетние дети, то есть никак, вот вообще. С другой стороны, все в домах. Вот, никаких вот альтернатив, вообще ничего нет. Был технический проезд, там была охранная зона в высоковольтной линии. Ее соседи собрались, законно перенесли в другое место. И эти участки, они построились там. Да, но лично мы ничего не меняли, у нас въезд был всегда здесь, только здесь. И оно видно, что здесь дорога, здесь въезд в участке, и улица идет дальше. Все выезжают в эту сторону со дворов. Забор новой стройки должен был перекрыть доступ не только личным авто, но и автомобилям экстренных служб. Кроме того, на территории стройки оказались колодцы местных жителей и столбы линии электропередач. Чтобы разобраться в вопросе, на место приехали представители заказчика работ Единой дирекции капитального строительства во главе с директором учреждения Вадимом Бабкиным, который пообещал, что проезд к домам местных жителей перекрыт не будет. Просто стоит вопрос к вам, чтобы вы вот правильно и адекватно подошли к ситуации и дали нам возможность. Проезд, конечно, да, проезд к домам. Все. Случае, то, что строится, это хорошо, мы только за. Но обеспечить ставят. Подождите, что вы сразу это? У них есть земельный участок, сформирован, в рамках которого они выполняют свои. Они же не знали, что эта дорога единственная, и мы не знаем об этом. Вы инженер, который это все. Поэтому мы остановили эту работу. Нам он сказал, что дорога, доступ к дороге нам будет на время строительства. А дальше, вопрос самой дороги, он подвешен в воздухе. Она, по идее, как они говорят, относится к территории Ледового дворца. Но эта дорога такая же дорога, как любые дороги города, как улицы. Вот на Острякова есть второстепенная дорога. И на Мельника это второстепенная дорога. Здесь десятки участков, выезд из которых на эту единственную дорогу.
По словам местных жителей, территория, на которой находится грунтовая дорога, не входит в территорию кооператива. Его граница проходит вдоль колодцев. Однако, так как это единственный проезд, собственники участков готовят обращение в Севастопольский департамент архитектуры и градостроительства, чтобы уточнить статус дороги и обозначить ее на городских картах. В свою очередь, редакция телеканала НТС направила информационные запросы в профильные ведомства, чтобы выяснить, как расположены территория будущего ледового катка и будет ли обеспечен доступ местным жителям к их участкам во время и после завершения его строительства. Екатерина Костенникова, Денис Александрович, Севинформбюро. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению севастопольских синоптиков, во вторник в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 27-29 градусов. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 11 детей, 6 мальчиков и 5 девочек. А на сегодня это все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции +7 978 931 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntstv.com. Ждите новостей. До встречи!